Добрый день, меня зовут Андрей Александрин, я врач-эпидемиолог, руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю. И мы работаем с департаментом ЖКХ города Одессы или городской администрации. Значит, по вопросам отработки мероприятий инфекционной безопасности различных подразделений. На прошлой неделе мы провели аудит транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, больниц и других мероприятий, которые связаны с работой непосредственно департамента ЖКХ. В течение этой недели мы дали письменные рекомендации, как, где нужно делать именно практические мероприятия. Сегодня мы встречались с руководителями подразделений департамента ЖКХ, именно обучали их, показывали, отвечали на вопросы, разбирали различные ситуационные задачи. Коммунальное предприятие Одессы город Электротранс проводит дезинфекцию подвижного состава в количестве. У нас плановый выпуск трамваев 115 единиц, троллейбусов 95 единиц. И 15 автобусов. Комунальним підприємством міські дороги щоденно проводиться дезобробка зупиничних комплексів у кількості 524 одиниці. В цей перелік входять зупиничні комплекси з торговельними точками та рекламними носіями. З метою профілактики розповсюдження коронавірусної інфекції на території міста Одеси всі комунальні підприємства, житлово-комунальні сервіси працюють в посиленому режимі. А саме, щоденно проводиться дезінфекція місць загального користування у всіх будинках, які знаходяться в управлінні житлово-комунальних сервісів. Обробляються вхідні групи, обробляються ліфтові кабіни і сміттєві контейнери. Загальна площадь щоденної обробки – дезінфікуючими засобами становить більше 530 тисяч квадратних метрів. Комунальне підприємство «Сервіс ЛЦР» ежедневно проводить на 16 бюлетних комплексах дезінфекцію кранів. Обрабатываем все краны для того, чтобы не было заражения коронавирусом. На сегодняшний день мобильные провайдеры предоставили нам карту-схему города с дислокацией наибольшего скопления населения. И используя и эти карты, и нашу информацию, мы разбили город на 94 локации, и все наши коммунальные предприятия проводят дезинфекцию согласно утвержденного графика каждой в своей локации. Более того, мы обратились к национальной экспертной группе по инфекционному контролю, и по нашей просьбе они разработали методические рекомендации, самое главное, сделали нам технологические карты, каким образом проводить дезинфекцию, какими средствами, на каких поверхностях. И эти технологические карты разработаны и для работы на транспорте, и для работы на бюветных комплексах, и для работы на наших территориях общего пользования, и для работы для наших жилищно-коммунальных сервисов. Эти технологические карты мы будем использовать в дальнейшей нашей работе.